О борьбе с терроризмом сегодня говорили в Новосибирске на международной конференции. Эксперты из Москвы, Воронежа, Ростова, Томска, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев, Удмуртской республики, Казахстана и Таджикистана. Заместитель министра образования, науки и инновационной политики региона Олеся Орлова отметила, важно объединять усилия. И наш регион выступает флагманом просвещения, связанного с противодействием экстремизму. В Новосибирской области работает учебно-методический комплекс, направленный на возведение барьеров самой идеологии терроризма. На конференции обсуждали, как не допустить создания группировок среди молодежи и как организовывать общественные антитеррористические движения. Все доклады, мнения транслировали в режиме онлайн в разные регионы России.